Привет, друзья! Ну что, очередное видео про продолжение. Значит, в тот раз я выбирал едало, делал вот такую ложечку, сделал завитки. Сегодня остается нам ее чуть-чуть шлифануть, все-таки все неровности убрать. Не знаю, что-то я так... Она такая вся беленькая получается. Я, наверное, применю обжиг, обожгу еще ложечку, саму ручку для красоты и сразу шлифану ее, уберу всю загорелость от горелки, ну и останется только сам рисунок обжига. Думаю, получится красиво. Ну что, переправляю камеру на стол, чтобы вам видно было. Ну и начну. Шкурочек здесь наготовил. Вон, всяких разных шкурок. Разные фракции. Поэтому, чтобы не бегать. Сегодня погода не дала. Хотелось так же, как и в том видео, выбраться. Все-таки на природу. Посидеть. Но сегодня у нас что-то пасмурно, да и прохладненько, поэтому решил у себя в столярочке продолжить, потому что процесс идет, как бы работу надо доделывать. Сегодня это, наверное, предпоследняя часть. Ну вы, кстати, друзья, в комментариях напишите, интересно вам будет ее увидеть после просушки и как она стала выглядеть. Я, значит, сниму, как и раньше делал, видеообзор, где покажу эту ложечку и что у нас получилось. Так что пишите комментарии. Если вдруг надо будет видеообзор оконечного результата, то обязательно сделаю, обязательно выполню просьбу вашу, покажу ее. Сейчас все неровности уберу и потихоньку буду переходить на мелкую наждачную бумагу, чтобы уже наводить гладкость и оконечную красоту перед пропиткой. Ну вот так вот пока получается, друзья. Вот так вот уже более-менее становится гладенько. Сейчас еще пробегусь внутренний рисунок и будет у нас пропиточка. Поэтому доделываем ее и все. Так, сейчас я горелочкой буду вот такое. У меня обычная китайская горелка. Сейчас ручку я обожгу.
Все, сейчас уберу закопченность всю. И все. Еще раз шлифую. И избавляюсь от нагара. Останется только сам рисунок. Ну что, вот так получилось. Сейчас, значит, мы ее пропитаем льняным маслом. Пакетик тут заранее приготовил. Вот так я его даже и не разворачиваю. Покрывать буду, как всегда, кисточкой. Не знаю, кисточкой мне удобнее работать, покрывать. Поэтому я работаю кисточкой. Кто-то промакивает. Ну, у каждого своя технология, ребята, поэтому я делаю так. Кто бы там что ни говорил, а я вот так, а вот так вот лучше. Ну, я вот так, ребята, работаю, делаю, поэтому я показываю, как я делаю. Ну что, ребят, вот, покрыл ее. Сейчас, значит, отправлю на просушку. Ну, вот такая вот ложечка получилась. Пропитал ее на первый раз. Сейчас отправлю ее посохнуть. Поэтому... Если будет интересно вам окончательное видео, где она уже будет просушена, пропитана, поэтому пишите под этим видео комментарии, что да, видеообзор, и тогда я сделаю видеообзор данной ложки, что у нас в результате получилось. Ну, а я буду прощаться. До новых встреч, друзья. Пока-пока.